Ну, в Москве точно нужно возвращать Земле время, потому что в 11:30 у нас еще светло, вообще чудно организму. Я как физиолог, человек, который заканчивал мединститут, могу сказать, что человеческий организм очень хочет отдыхать, когда темно, и работать, когда светло. А помимо всех экономий электричества, я считаю, что ну, не дураки в свое время придумали зимнее и летнее время. В Москве – да, а в некоторых регионах, думаю, что не надо. Вот то, что, скажем так, теперь будет не 9, а 11 часовых поясов, мне кажется, это к лучшему.